это вот, это мухомор. Им можно отравиться. Он в пятнышек. Он может быть очень похожим на сыроежку. У него есть юбочка и кокон, из которого он растет. Вот это внизу юбочка, вот это внизу кокон. Мухомор, он не красный, зато в пятнышку. Все грибы, наверное, в пятнышку — это мухоморы. Видишь, он в пятнышку. Значит, это мухомор. Его нельзя.